Друзья, всем привет! С вами Дэн Инвест и Андрей Жариков сейчас к нам присоединится. И мы приветствуем вас только на нашем канале, вот на этом. Андрей Жариков сегодня будет только на этом канале, потому что у него там с интернетом проблемы. Вот, так что сегодня такой вот от нас будет вебинарчик только на одном канале. В конце, наверное, мы проведем еще и конкурс. Я, кстати, слово еще не придумал. Кстати, вчера было слово «гамак». Интересно было, ребята отгадали. Так что победителя я поздравляю. Слово я еще придумаю в процессе. Значит, сейчас мы с вами... Так, у нас уже присоединились. Ну, сейчас мы комментарии вместе с Андреем прочитаем все. Марина присоединилась. Марина, привет тебе. Молодец. Всегда присоединяешься к трансляции. Так, сейчас мы Андрею позвоним. Так, где у нас? Вот. И поехали. У Андрея там единственное скайп. Сегодня интернет плохой, поэтому, может быть, будет отключаться периодически. Вот, ну, надеюсь, все-таки все получится. Сейчас мы ему назвоним. Алло. Алло, Андрей, приветствую. Все, мы в прямом эфире уже. Да, добрый вечер всем. Да, ребята, все, мы сейчас вдвоем уже. Сегодня у Андрея проблемы со скайпом, ну, с интернетом точнее. Поэтому будем на одном канале. И, значит, сегодня у нас, ну, так, достаточно интересно. Ну, по крайней мере, для тех ребят, кто новички, у нас будет интересно. Потому что надо, важно... грамотно все-таки заниматься инвестированием. Так, сейчас все, позакрываю все лишнее. Значит, и сейчас мы с Андреем присоединимся в чат. Так, что у нас тут имеется? Угу. Так, Руслан Мимикенов пишет привет. Когда эта гребаная квестра откроется? Андрей, скажи, когда откроется, ты знаешь? Нет, ответ, как всегда, один. Как только, так сразу. Ну да. Кстати, я-то последние дни за чатом Диего не следил, что он там нового что-нибудь писал. Я вчера тоже ролик не писал, ничего не выставлял, а сегодня я выставил ролик, записал, и там говорилось о том, что... Ну, вопрос задали в чат, типа вот... кто-то говорит, типа, что вы задаете одни и те же вопросы? Тут пришел ответ, типа, вот когда новости, типа, будут, тогда, типа, и будете задавать вопросы, сейчас, ну, типа, вам их скажут. А сейчас не задавайте глупые вопросы. Вот, а затем еще один человек пишет о том, что мы проинвестировали очень большие суммы денег, и, ну, мы как бы имеем право на то, чтобы обладать хоть какой-то информацией, когда нам начнут что-то выплачивать. И тут вышел Диего и написал следующее. Говорит, вы инвестировали в Агам, а это чат по квестре, типа, и мы по Агам никакой информации у нас нет, так что, типа, отдыхайте. Здесь людей нет. Вот так вот он ответил, и я аж был в шоке, думаю, ничего себе, что ж такое творится-то. Вот. Ну и записал ролик, конечно, на эту тему. Вот. Так, Марина Бибич у нас присоединилась, пишет, всем привет, жду всегда интересных новостей. Да, ну сегодня у нас То есть надо так понимать комментарий Диего, что забудьте про ваши деньги в Агам, мы восстановим квестру, приедете ко мне в Дубай на собеседование, да, пройдете собеседование и забудьте про деньги вообще, что вы такие все меркантильные? Деньги. Да, а еще, кстати, там тоже такой вопрос был интересный. Что-то наподобие того, что... А почему, типа, у квестера вот не было никаких движений на счетах и в таком духе? То есть, как бы, в течение того времени... и ответили так, что сказали, ну, как бы, ничего же не работало, и как бы поэтому никаких не было начислений. Тогда следующий вопрос, наклевывается. Так, портфели-то покупали, рефералки-то падали, и вроде как, если это деньги, то тогда надо за них же как-то отчитываться, правильно? То есть какие-то, значит, движения все-таки были, если это действительно деньги. А если это не деньги, ну тогда это просто цифры в кабинете, за которые вообще можно не отчитываться, и никакой якобы деятельности нет. Вот
вот тут как-то так вот получается. В общем, палка в двух концах. Не знаю, чем больше Диего там начинает давать информации, тем больше у людей вопросы, и тем больше они начинают расстраиваться и разочаровываться, и понимать вообще, как, ну, что на самом деле происходит. В общем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Да, абсолютно верно. Ольга присоединилась. Всем доброго времени суток. Доброго времени суток, Ольга. Насколько я понимаю, кофе на этой неделе не было, да? А, кстати, было оповещение о том, что вот завтра будет бизнес-кофе. Ну, не сегодня, а вчера. Это вчера должно было быть бизнес-кофе. В итоге его не было почему-то. Я зашел на канал Квестры, посмотрел, а там нет ничего. Так что, наверное, может быть, сказать нечего уже. А может быть, еще что-нибудь, не знаю. У кофеваров просто закончился кофе. Наверное, возможно и так, не знаю. Товарищ Котов к нам присоединился, говорит, всем приветы, приветы, товарищ Котов. Ольга к нам присоединилась, пишет, всем привет. Ольга, вам тоже привет. И когда это, товарищ Котов пишет, когда эта гребаная квестра окончательно закроется, чтобы люди уже забыли и не мучились ложными надеждами. Да, на самом деле тут-то, ну, мы сами можем повлиять на это. То есть, ну, надо просто как бы переключиться на что-то другое, то есть принять ситуацию такой, какая она есть, принять действительно, то есть то, вот что сейчас, в какой ситуации вы находитесь, и отсюда уже отталкиваться. То есть у кого кредиты, значит, думать надо, как вылазить из этого. У кого нет кредитов, думать, как дальше развиваться, то есть искать какую-то работу. Я не говорю, что там бегать по хайпам, там, или, не знаю, искать там как-то, ну, то есть вообще какие-то действия предпринимать, потому что если ничего не делать, ну, в принципе, год пройдет и ничего не изменится. Просто посмотрите, что у вас было год назад и что сейчас. Если ничего не изменилось, ну, может быть, тогда надо какие-то действия предпринимать в ту сторону, чтобы что-то менять. И тогда получится все. Вот, это мое такое мнение. Надеюсь, никого не обидел. Так, ребят, смотрите, что у нас сегодня будет. У нас следующая ситуация будет. Значит, мы, значит, с Андреем проведем сегодня. У нас сегодня программа «Консервативчик и один хайпец». Презентации сделаем, ну, немного, конечно же, о грамотном инвестировании, потому что, кстати, недавно вот человек там в чат у нас зашел и написал, я вот новичок, что надо делать? Я ему скинул трансляцию, интересно, посмотрим, присоединился он сюда или нет. Вот. А вообще новичкам я рекомендую изначально не поддаваться на эмоции после того, как вам провели какую-то презентацию какой-нибудь очередной корпорации номер один в мире. Принимать все с холодным умом, не поддаваясь на вот эти эмоции. Потому что тогда вы действительно готовы там... Вчера вот, допустим, писал человек, в Кэшбери хочет зайти на кредитные деньги. Я понимаю, что этого человека уже, наверное, вообще нет говорить никак. То есть его там прокачали очень хорошо, и он уже все, он уже посчитал, сколько у него будет выхлопа и все остальное. Тем более, если это новичок, то, скорее всего, он, ну, в смысле... Ну, не понимает то, что нет таких компаний, которые бы давали там 30% в месяц, как это делает Квестра. Ой, Квестра, говорю, Кэшбери. И, соответственно, ну, просто будет потом разочарование. И все, я ему сказал, говорю, ну, ты... Ну, не этому человеку, это, ну, обращался там Тимур, и к нему там партнер приходил. Я сказал ему, говорю, так скажи, говорю, своему другу, пусть он... Зайдет Global Intergold, частично заведет и частично возьмет себе криптовалюты, купит хотя бы 2 эфира. Потому что вчера эфир стоил, кстати, он опускался до 170 долларов. Вот, а я не успел купить, честно. А сегодня уже 204. Вот посмотрите, даже за одни сутки можно было уже добавить там, ну, неплохо, я думаю, процентов, наверное, сколько там, 15, наверное, да, где-то так. Так, Ольга пишет у нас, я общаюсь со всеми инвесторами по всему миру. Тоже классно, я рада, что познакомилась с Дэн Инвест и Жариковым Андреем. Вот, Ольга, да, нам тоже приятно, что мы вот так вот вышли на этот путь и знакомимся все время с, ну, с людьми, которые крутятся в инвестировании. Я, кстати, недавно общался с канал Зарабара Хорошо, вы же знаете, с Владимиром Сушковым. Нормальный парень, хорошо пообщались, поделились опытом. То есть, может быть, трансляции тоже попроводим вместе. То есть, ну... Приятно так вот общаться с людьми, которые... Так, я успел 12 купил эфиров. Вот здорово, молодец. Вот, я жду, пока эфир, да, будет хотя бы 1000 стоить. Мне как раз хватит кредит вернуть свой. То его сегодня... Андрей, ты на связи еще? Да, да. Все, все, а то что, молчишь, говори. Ну,
Насчет кэшбери, ну, ребят, то есть сейчас в кэшбери может быть такая ситуация, как была прошлым летом, например, в Квестре. То есть когда, например, уже, ну, выплаты вроде еще шли, но уже там пошли конкретные звоночки типа отключений платежей в разных странах. Я помню, ну, те, кто за моими видео следил, то есть Германия, Польша, Казахстан, Украина уже были отключены. Инвесторы из России в комментариях писали, ну, а нам наплевать, типа, у нас все платится, все работает. То есть, в целом народ был на позитиве. Но они радовались недолго, потому что, как вы знаете, 1 августа тоже выплаты прекратились. Mm-hmm. Поэтому любые вот такие вещи, когда, ну, массово происходят блокировки аккаунтов, какие-то проблемы с выплатами, это надо четко отслеживать. И, ну, и, соответственно, какие-то меры предпринимать. Да, так, вообще, я считаю, Павел Ман спрашивает, ага. Павел спрашивает, где видео. Какое видео ты имеешь в виду? Сегодня по техническим причинам трансляция будет только на канале Дэна. Вот, я с ним на связи через Skype, так что общаемся. Да. Вообще, я считаю, что после каждого скама надо какой-то опыт все-таки оставлять в голове для того, чтобы потом в дальнейшем как-то, ну, не попасться на те же самые грабли. И, ну, конечно. Да, если какие-то ограничения. То есть, смотрите, есть какие-то определенные правила. То есть, когда проект или компания, там, да, все у нас изначально компании, они выходят на рынок, у них есть определенный регламент. То есть, какие проценты начисляют, какие-то лимиты на выводы, вводы, какие регламенты идут на вывод, на ввод, в чем принимают. То есть вот эти вот все правила определенные есть, они сразу создаются. Если они потом меняться начинают уже не в сторону, а порой даже и в сторону инвесторов, то это является такими звоночками, на которые стоит обращать внимание. И в некоторых моментах это говорит о том, что это уже печально. Причем даже, ребят, есть и такие моменты, когда компания, наоборот, начинает давать достаточно, ну, не знаю, там, вот чтоб такого, пример какой дать. Допустим, разворачивает даже маркетинг в сторону инвестора. Пример я тебе приведу. В прошлом году был High Buy Time. Кто участвовал, тот помнит, что в ноябре месяце, примерно в середине ноября, они объявили там супер-пупер промоушен, розыгрыш мерседесов. Там прямо была картинка такая красивая с мерседесами, и там какие-то, ну, типа те, кто сделают инвестиции на определенные суммы, будут участвовать в розыгрыше. Вот подобные вещи, то есть, когда они об этом объявили, у меня сразу же, ну, нехорошие предчувствия появились, да, потому что когда компания вот начинает, как Дэн говорит, слишком какие-то шоколадные условия объявлять, это тоже может, это не всегда так, но может быть одним из признаков уже близкого скама, потому что компания напоследок хочет еще нагрести денег. И, да. И на это тоже надо обращать внимание. Да, это называется добором, то есть когда идет стадия добора, когда уже админы чувствуют то, что уже денег где-то начинает не хватать, им надо вот этот рывок сделать, то есть сделать более шоколадные, сладкие условия, чтобы приток денег увеличился. Ну, а после этого все будет скам. В Квестре это было, по-моему, круиз. Когда они говорили, что у нас будет круиз, то заходит на портфеле там 65 тысяч евро, вы попадаете на круиз, ну и вот доборчик там удался. Круиза никто не увидел, а по 65 тысяч евро впуливали туда. И достаточно много таких вот моментов. То есть на это тоже надо обращать внимание, это очень важно. То есть надо после каждого скама надо брать себе что-то. Вот смотрите, даже... Вот, допустим, даже по Альфа-Кэш взять, да, там Александр Ипринцев выходил в прямой эфир и говорил о том, что он готов спорить на один биткоин с любым человеком, что скама здесь не будет, понимаете? Ну и когда вам так говорит человек, да, один из первых лиц, да, ну, скорее всего, это какую-то уверенность дает, и вы там, конечно, такие, ну, нет, я не готов на это спорить, вот, а в итоге и вот так вот может быть, и через месяц произошел просто скам, это история, ребят, и надо вот это все иметь в виду. То есть, когда начинается, мы вам карты выдвинем какие-нибудь новенькие, дадим тот банковский, запустим, мы тут, у нас roadmap рисуется до 30-го года, и прочее, вот эта билиборда, это все говорит о том, что это уже не очень хорошо. То есть, я в таких случаях, я говорю, есть такая пословица, американская или английская, не знаю, Андрей, ты же знаешь английский у нас. No news is good news. Когда нет новостей, это хорошая новость. Ну, вот. А когда начинаются какие-то новости, то это уже печально, особенно вот от различных хайп-проектов.
Так что такие вот дела. И вот от Павел Ман пишет: я один из тех, кто писал в том году, что квестер платит, мамон. Вот так вот. Ну, нет, понимаешь, Павел, вот именно нам, как инвесторам, надо отслеживать, что в проекте происходит. И если выплаты есть, это надо отслеживать. Если выплаты где-то в каких-то регионах прекратились, за этим тоже надо следить. Потому что Questr не первая компания, которая сделала такую хитрую штуку. Они начали те страны, которые стали невыгодными, где уже отток денег стал превышать приток, они их стали отключать по очереди. То есть сначала отключили 4 страны, потом в течение июня-июля 13 стран, 1 августа отключили всю Европу, а оставшиеся страны доработали, как мы знаем, до 7 ноября. То есть все шло по плану, все шло по схеме. Да, вот. Согласен. Так, ребят, мы же сегодня, наверное, еще конкурс будем с Андреем проводить, да, Андрей? Надо нам слово. Да, проведем. Может, ты придумаешь слово или я? Напиши мне в скайпе его. У меня уже целый... Да, давай, ты... Я? Или у тебя уже фантазия закончилась? Да. Да надо что-то такое, чтобы оно интересное было. Ну, я думаю, придумаем. Сейчас вот пока мы, наверное... Ребят, так, сейчас я посмотрю, сколько у нас человек на трансляции. О, 30 человек у нас есть, ребята, очень здорово. Давайте так, смотрите, 19 минут мы с вами уже общаемся. Сейчас буквально минут на 15-20 мы сейчас проведем такую презентацию двух консервативов, двух реальных компаний и одного хай-проекта. Вот. То есть, опять же, мы вещи называем своими именами, хайпы называем хайпами, компании компаниями. Вот, но в хайпах тоже можно заработать, но очень, есть просто некоторые признаки, на которые надо обращать внимание и потом принимать решение, стоит туда заходить или не стоит. Потому что рынок у нас перенасыщен, и ну, главное вовремя зайти и зайти так, чтобы оно удачно отработало. Вот. Так что сегодня мы это все с вами рассмотрим, все эти моменты. Значит, и так, сейчас еще вот у нас... комментарий какой-то. Андрей, прокомментируй пока, я сейчас пока тут поднастрою все, окей? Угу. Комментарий там. Так, товарищ Котов пишет, отплатит, до не платит, может быть мгновение, может неделю поработает, может месяц, а может уже вечером соскамится, хайпы такие хайпы. Совершенно верно, то есть проект может быть сегодня утром еще платил, а вечером уже не платит. А может быть, как в случае Questr получилось, они отключили одни регионы, а другие еще продолжали работать. Вот. Ну, понимаете, ребят, то есть любые перебои с выплатами, любые лимиты, о чем говорят? Ну, о каких-то проблемах в компании. Понятное дело, что руководство компании всегда старается сделать хорошую мину при плохой игре, то есть... Руководство компании говорит, это типа временная ситуация, мы все наладим, все сделаем. Как правило, это сопровождается всякими там обещалками, у нас будет свой банк, у нас будут свои карты, у нас будут лицензии, у нас будет много чего. Ну и сейчас как раз мы перейдем к основной части. То есть вот, давай, да, Дэн, может быть, настроил, этот... Да, настроил все, Андрей, слайд перед, да, перед нашим... вот этим клондайком всех скамов. Понял? Да, да. Ну, включи сразу, где вот эти логотипы разных проектов, которые позакрывались, да? То есть так, как раз, чтобы видно, ребят, было. Включаю, ребят, экран, да. Сейчас быстренько на 20 минут проводим такую эту. Потом у нас конкурс. Я сейчас как раз-таки в этот момент продумаю, значит, слово обязательно. И поугадываем с вами вместе. Так что будет весело. В общем, не отключайтесь. Давайте сейчас включаю тогда у нас на весь экран и наша презентация. Давайте послушаем. Андрей, начинай. Да, то есть, еще раз, вот, кстати, давайте немножко подведем определенный итог, да, того, что произошло за последний год. То есть, ну, многие из вас, кто сейчас слушает, участвовали в Questr, были инвесторами Агама, и вспомните, сколько вы слушали этих кофе. Ольга Клейнард вещала, Кира вещала, Афонина вещала, много там кто вещал. Кофе проводились регулярно, по нескольку раз там на неделе, да,
сколько часов это все длилось и что? И ничего, как мы с вами знаем. То есть, понимаете, я это к чему? Что все вот эти миллионы слов, которых были сказаны вам в уши, да, перечеркиваются одним простым фактом, что выплат нет. Что бы там ни говорил Диего, что бы там ни говорили вам кофевары, факт остается фактом, выплат нет, понимаете? Я еще раз повторю, и я, и Дэн, мы не против, чтобы выплаты начались. Если бы сейчас там у меня или у Дэна была волшебная кнопка начать выплаты там инвесторам, магам или ФВАм, я бы прямо сейчас в эту же секунду ее нажал. Потому я что я на самом деле, да, а Дэн бы еще быстрее ее нажал, потому что он инвестор, да, вот, потому что, нет, мы прекрасно все понимаем, что если тысячи людей получили бы сейчас хотя бы часть денег из своих кабинетов, то, конечно, вы решили бы многие финансовые проблемы, да, то есть ни я, ни Дэн не против этого, но... Вот как раз те логотипы, те названия, которые вы видите на слайде, они что показывают? Что в индустрии хайпов обещаний было очень много. Красивых обещаний. Банки-то у нас свои будут и так далее, и так далее. То есть, опять же, вы можете спросить, вот некоторые меня спрашивали, вот когда я начал ролики про Квестру записывать, да, еще год назад, первый ролик я записал 26 мая 2017 года, ровно на следующий день, когда компания объявила, что отключаются 4 страны. Германия, Польша, Казахстан, Украина. И я как раз в ролике сказал, что, ребята, ну, уже начались конкретные звоночки, да, как это было во многих других компаниях. И, конечно, весь этот год, и до сих пор вы сами знаете, смотрите, как интересно сейчас лагерь инвесторов поделился. Есть так называемые негативщики, которые уже прекрасно понимают, что, ну, извините, если компания 15 месяцев не платит, а циферки в кабинетах растут, компании миллиарды просто нужны, чтобы всем заплатить, да? Диего то обещает, что вот все наладится и всем все заплатят, то он сейчас начинает уже в своем чате писать, да я такой же, как и вы, я в компании никто, типа, что вы от меня хотите? Вот. То есть мораль в чем, ребят? То есть известная поговорка, кто не учится у собственной истории, тот обречен пройти ее заново. Да? То есть, извините, если мы посмотрим на историю тех хайпов, которые были в прошлом, или компаний, да, которые закрылись, несмотря на все свои обещания, какие выводы мы из этого можем сделать? Вот появилась там еще одна компания, ну, допустим, как компания Агам тоже дает красивые обещания. Какова вероятность, что они эти обещания выполнят? Очень низкая. Поэтому я, нисколько не удивлен, что ситуация развивается именно так, как мы видим сейчас. То есть я еще год назад, конечно, меня некоторые спрашивают, а ты вот на 100% уверен, что выплат не будет? Ну, я оставляю там какую-то долю процентика, может быть, чудо все-таки случится, и мистер Диего там что-то сделает. Но, как видите, на данный момент, на середину сентября, чудо на самом деле не случилось. То есть история Квестры полностью, ну, повторяет то, что произошло со всеми другими компаниями. Ну ладно, это мы перейдем теперь к основной части. Значит, как же все-таки сделать, чтобы зарабатывать в инвестициях? Нужна на самом деле просто правильная стратегия. Первый момент. Надо помнить о диверсификации. Яйца раскладываем по разным корзинам, как народная мудрость гласит. И второе еще, желательно делать защиту инвестиций. Вот на следующей картинке как раз хорошо показано. У мужчины яиц в корзине много, целая куча. Но если он сейчас поскользнется, корзина упадет и яйца разобьются, большая часть. У женщины, как мы видим, яйца разложены по разным корзинам. Даже если одна сейчас упадет, остальные останутся целыми. И возьмите самых известных инвесторов в этом мире. Ну, например, все знают Уоррена Баффета, все знают Роберта Киосаки. Ни один из них не держит все яйца в одной корзине. Все инвестируют в разные какие-то направления. Более того... Я как-то даже удивился, когда я читал книги Киосаки, где-то меня удивила цифра, что, ну, как вы знаете, он профессионально занимается недвижимостью, и он как-то в своей книге, там была такая цифра, что из 10 сделок,
из 10 сделок, которые Роберт Киосаки делал, только 4 получались удачными, а 6 могли быть неудачными. Но зато эти 4 своей прибылью все равно перекрывают эту потерю. То есть, как бы, вот я это тоже взял на заметку, что не надо думать, что Киосаки, он такой гениальный инвестор, что у него всегда там 100% сделок всегда выгодные. На самом деле нет. Он тоже может ошибаться, и рынок есть рынок. Так вот, я и Дэн, мы призываем к чему? К формированию инвестиционного портфеля. И считаем, что в хорошем, сбалансированном инвестиционном портфеле должны быть присутствовать две составляющих. Это консервативные инвестиции, то есть надежные, проверенные компании, которые уже доказали свою стабильность и надежность. У меня не случайно портфель изображен в виде дома. Да, то есть дом с чего начинается? С фундамента. Надо сделать хороший фундамент, потом стены, и только потом ставим крышу. Никто никогда не меняет порядок этих действий. Никто не делает крышу, потом стены, а потом фундамент. Правильно? А вот в мире инвестиций люди торопятся, и люди как раз пытаются начинать с крыши. Потому что когда человеку говоришь, инвестируй вот в надежную компанию с небольшой доходностью, а человек говорит, нет, я хочу быстрее заработать. И что получается? И он, получается, свои денежки несет в какой-нибудь хайп с доходностью 300% годовых. И, как вы знаете, часто достаточно это плохо заканчивается. А кто-то еще и кредитов набирает, да? Вот в идеале должно быть, когда у вас есть и надежные проверенные компании, в дополнение к ним можно добавить какие-то и высокодоходные инвестиции, то бишь хайпы, но... как мы с Дэном и говорим, то есть надо вовремя заходить в них и вовремя выходить. И вот на следующем слайде как раз показано, что чем выше вам обещают доходность в каком-то проекте, тем выше риски. Обратного никто не доказал. Ребята, сколько было проектов, которые платились там 20% в месяц, 30% в месяц. И если вы послушаете презентации этих проектов, они там... президенты и руководители этих компаний доказывали, да вы что, да мы не хайп, мы не пирамида, мы там зарабатываем на Форексе, на криптовалютах, там, не знаю, на золоте, еще на чем-нибудь, да? Только факт остается фактом, почему-то все эти проекты позакрывались, несмотря на все эти рассказы, да? Поэтому давайте перестанем верить в Деда Мороза, наконец, поймем, что его нет, и будем как бы более трезво и более реально смотреть на вещи. И вот мы с Дэном хотели сегодня рассказать, первая компания с консервативной доходностью, с которой я уже сотрудничаю 3 года, с 2015 года, это холдинг Life is Good. В него включаются 3 направления, это финансовая компания Hermes Management, жилищный кооператив Bestway и Международная академия бизнеса. Жилищный кооператив Bestway позволяет выгодно приобретать жилье на территории России, Казахстана и Кыргызстана. Но подробно я рассказывать не буду. Сегодня больше поговорим об инвестиционной компании Hermes Management. Создал холдинг Life is Good бизнесмен Роман Василенко из Санкт-Петербурга. Как видите, личность публичная. Он присутствует всегда на мероприятиях. Он настоящий лидер. Есть много видеороликов с его участием, где он проводит тренинги, где он выступает и так далее. То есть, как говорится, один, наверное, из лучших руководителей, которых только вот на сегодняшнем рынке можно встретить. Финансовая компания Hermes Management была создана в 1998 году. Она имела другое название Casual Enterprises. В 2014 году была переименована. Юридический адрес в офшорной зоне Белиз. Физический офис находится в городе Вена, Австрия. По доходности, что можно сказать? Доходность, как вы видите, плавающая, то есть бывают там месяца, где 1% в месяц, где там 2,5%. Ну вот если в правой колонке вы посмотрите доходность за год, то в среднем это где-то вот за последние годы от 22 до 24% в год годовых. Конечно, по сравнению с хайпами эта доходность небольшая. Вот. Но зато компания работает стабильно, как я уже сказал, я сам в этой компании 3 года, и у меня есть тоже клиенты, которые зарегистрированы и тоже имеют деньги в этой компании, и 3 года они получают, да, небольшой, но каждый месяц пассивный доход, и
ну, практически все мои клиенты довольны именно стабильностью компании. Тем более, что если мы берем, если сравниваем с банками, как мы знаем, в банках, например, вклады в валюте, ну, как правило, там доходность где-то 1,5-2% годовых, а здесь до 24% годовых, то есть вообще-то в 10 раз больше, чем банки дают. Плюс в компании Hermes Management есть замечательная вещь под названием ломбардный кредит. Это кредит, который выдается под залог ваших вложенных денег. Как это работает? Например, у инвестора есть 10 тысяч долларов или евро, он инвестирует в компанию, эти деньги работают, на них начисляются проценты каждый месяц, и под залог вот этих своих вложенных денег он буквально нажатием мышки может получить до 70% от вложенных денег. То есть, например, вложил 10 тысяч долларов, нажал клавишей мышки и получил еще 7 тысяч долларов. То есть у тебя было 10, а стало 17. Ну, на мой взгляд, это интересно. При этом не нужно никаких справок, никаких поручителей. На следующем слайде показаны параметры кредита. Значит, он составляет 70% от вложенной суммы. Если человек вложил 10 тысяч, значит, он может взять ломбардный кредит до 7 тысяч. Если человек вложил 1000, в принципе, такое тоже возможно, да? Значит, ломбардный кредит составит 700. Ломбардный кредит, он не бесплатный, он выдается под 7% годовых. Ну, для СНГ это, ну, нормальный такой процент. Вы сами знаете, у нас банки выдают и по 20, и по 30% годовых. Сейчас, как говорится, немножко процентные ставки снизились. А вот для Европы, для США 7% годовых это, ну, такой уже высокий процент. В Европе вряд ли там человек будет брать под такой процент кредит. Но у него есть достаточно много плюсов. Во-первых, его легко получить, как я сказал, нажатием мышки. Не нужны никакие справки. Никто не будет проверять вашу кредитную историю. Никто не будет спрашивать справки с работы и так далее, и так далее. Почему? А потому что вы залог предоставили. Вы берете взаймы у компании 7 тысяч долларов, но при этом вы оставляете в компании в 1,5 раза больше, 10 тысяч. То есть вот об этом тоже нужно помнить. Погасить кредит вы также можете в любой момент, это тоже удобно. То есть можно и брать его, ну, когда удобно, и погашать, когда удобно. И как его можно использовать? Первый способ – это можно совершать какие-то покупки и при этом остаться с деньгами. У нас в жизни как часто бывает, что мы купили квартиру, машину, дачу, деньги потрачены, покупка есть, а денег нет. Вот ломбардный кредит позволяет остаться и с деньгами, и с покупкой. Пример. Если у человека 30 тысяч долларов, он размещает эти деньги в компанию Hermes, с учетом комиссии компании у него на счету остается 28 тысяч долларов, и он нажатием мышки, господа, нажимает мышку и получает дополнительно 19 600 долларов, и на эти денежки приобретает себе автомобиль. Как у этого, у нашего Якубовича, да, автомобиль. Он приобретает автомобиль, он на нем ездит, но при этом у него еще на счете лежат 28 тысяч и работают. И прибыль ему каждый месяц приносит. Более того, некоторые говорят, так ведь ломбардный кредит надо погашать как-то, правильно. Только прелесть его в том, что его не нужно погашать из своего кармана. Он погашает себя сам. То есть вот та прибыль, которую вы каждый месяц получаете на счете, вот этой прибылью вы можете постепенно погашать ломбардный кредит. И мы делали расчет, при доходности, допустим, 2% в месяц, кредит будет погашен сам собой за 4 года примерно. То есть представьте, вы купили машину, ездите на ней, а денежки работают, и постепенно наступит момент, когда кредит погашен, вы компании ничего не должны, и у вас, заметьте, на счету лежат 28 тысяч долларов. У вас и машина осталась, и денежки остались. Если хотите, кстати, вы можете взять еще один ломбардный кредит нажатием мышки и купить себе еще одну машину. То есть это один способ применения ломбардного кредита. Второй способ, мне он как раз очень нравится, потому что он очень подходит для нашей сферы, для инвестиций. С помощью ломбардного кредита можно защищать наши вложения в какие-то агрессивные инвестиции, в хайпы, будем так говорить. То есть, как вы знаете, очень многие как делают? Увидели, что какая-то компания платит там 30% в месяц, а
побежали, все деньги туда бухнули, и, как мы понимаем, в любой момент там что-то может произойти, как это уже бывало не раз. Так вот, по-умному надо делать как? Вначале положили наш капитал, наши денежки, например, в Гермес, нажатием мышки получили ломбардный кредит 70%, и вот этот ломбардный кредит, а лучше не весь, а его часть только, вложили там высокодоходный проект. И, по сути, таким образом мы обеспечиваем защиту. Вот давайте на следующем слайде посмотрим. Конкретный пример. Вот у человека есть 10 тысяч долларов. Он вложил в компанию Гермес. С учетом комиссии компании у него на счету остается 9300. Нажатием мышки он берет ломбардный кредит 70%, это 6500. И делит это на 5 частей. Получается примерно по 1300 долларов на одна часть. И инвестирует в 5 разных компаний, пусть даже хайпов. И вот происходит неприятность, только он вложился, а на следующий день одна компания закрылась. То есть произошел скам, 1300 долларов потеряли. Ну, обидно, бывает. Но давайте все равно посчитаем, а сколько же осталось. Если мы сложим количество денег, то фактически осталось на самом деле 14500. Вы спросите, ну как же так, одна компания закрылась, 1300 мы потеряли, и все равно 14500 осталось, да, ребята? Вот, то есть получается, именно с помощью ломбардного кредита можно делать защиту наших инвестиций. И что касается доходности, вот на следующем слайде показано. Давайте предположим, что мы инвестировали в 5 разных компаний с разной доходностью. В одной компании там 5% в месяц, в другой 10, 15, там 7, 30, неважно. Вот. То есть мы вложили эти 6500 долларов, распределили на несколько компаний. Сколько мы будем с этого получать? Ну, по расчетам, в компании Гермес 9300 долларов будут давать нам, с учетом всяких комиссий, примерно 110 долларов. А вот эти 5 компаний, в которые мы распределили ломбардный кредит, они будут давать нам, ну, возьмем среднее, 10% в месяц, 650 долларов. Складываем 110 плюс 650, получается 760 долларов. Напоминаю, что первоначальная наша сумма вложения была 10 тысяч. То есть мы вложили 10 тысяч и ежемесячно получаем 760. То есть 7,6 прибыли в месяц. Кто-то может сказать, что это мало. Но если посмотреть следующий слайд, что, допустим, если мы вложим 10 тысяч с доходностью 7,6 и не будем выводить нашу прибыль, а будем как бы оставлять, реинвестировать, да, то есть получается сложный процент, то вообще-то за год наши 10 тысяч превращаются уже в 24 тысячи. А это вообще-то уже 140% прибыли в валюте. И при этом, я считаю, мы сделали очень грамотно. Мы сделали диверсификацию, а еще мы сделали защиту через ломбардный кредит. И вот на следующем слайде как раз показано. Вот... Какой вариант вам больше нравится? Вложить деньги, капитал в какой-то хайп, который обещает 300% годовых, но, как мы уже с вами убедились, в любой момент там выплаты могут прекратиться. Да, они все какое-то время платят, а потом раз и кирдык. Или сделать все-таки по системе, сделать грамотно, распределить на несколько компаний, получать 140% годовых. Ну, на мой взгляд, второй вариант интереснее, потому что он обеспечивает стабильность. И, собственно, кто-то может сказать, ну, ты берешь идеальную ситуацию, 140% это если ни одна компания не закроется. Согласен, хорошо, давайте предположим, что одна там или несколько компаний закроется, и наша доходность будет не 140% годовых, а 100% в валюте. Ну, вообще, но это все равно намного выше, чем обещают банки, согласитесь. Вот, то есть мы этого достигаем с помощью двух моментов. Первое, хорошая диверсификация, яйца сразу же раскладываем по разным корзинам. И второе, делаем защиту через ломбардный кредит. Поэтому, если у вас еще нет инвестиций в компании Гермес Менеджмент, рекомендую как раз подумать именно об этом. А особенно рекомендую подумать тем, кто планирует инвестировать крупные суммы. Потому что минимальная сумма, с которой человек может стартовать в Гермес Менеджмент, 1100 евро. То есть, если у вас там 300 долларов особо, ну, как бы, вы даже не сможете инвестировать в Гермес, а вот если несколько тысяч долларов или евро, тут уже,
как раз я бы рекомендовал это делать. Передаю сейчас слово Дэн Инвест, он расскажет про компанию Global Intergold, которая тоже одна из долгожителей на рынке инвестиций, которая себя уже зарекомендовала стабильной работой. Так, ребят, да, перейдем к Global Intergold. Работает компания у нас с 2010 года. Президент наш соотечественник Дмитрий Аксенов. Компания Global Intergold занимается покупкой и продажей физического золота, инвестиционного золота. И можно вот, то есть, зайти на сайт, купить, приобрести. Ну и плюс, конечно же, там еще имеется система, не знаю, лояльности, можно так сказать, да, то есть, ну, такой, знаете, интернет-магазин, который продвигает свой продукт золото, как MLM-ная компания, с помощью рекомендаций, имея там свой маркетинг, то есть многоуровневую систему поощрения, вот, но работает именно на золоте. Так вот, значит, имеются офисы, куда можно приехать, офисы в Лондоне, Мексике, Женеве, Мюнхене, куда можно приехать и приобрести там золото. Вот такой вот момент. То есть это не обычные офисы, которые открывают просто представители, да, у себя, а именно вот официальные офисы. Переходим дальше, и мы видим, что, значит, Geek Capital, компания, занялась эмиссией ценных бумаг. То есть компания Global Intergold сейчас выходит у нас, запускает свои ценные бумаги, запустила уже, и мы сейчас каждый, абсолютно каждый человек может приобрести себе часть компании. Вот так вот мы на этом можем заработать. Значит, что у нас такое, что значит у нас вообще, значит, ценные бумаги? Ну, во-первых, в первую очередь это идет государственная регистрация ценных бумаг, то есть это на государственном уровне идет защита, то есть аудит, контроль. Это очень важно. Значит, также ценные бумаги растут в цене, мы на этом и можем с вами вместе заработать. И также идет у нас начисление процентов. То есть пока у нас идет сейчас эмиссия, пока идет распределение ценных бумаг среди людей, участников, кто хочет поучаствовать в этом, значит, у нас идет 12% годовых. То есть количество ценных бумаг у нас увеличивается. И дата конвертации есть, то есть тогда, когда наши ценные бумаги превращаются, уже конвертируются в акции. Это есть 31 декабря 2020 года. Это вот эта вот дата у нас. Переходим на следующий слайд, и здесь мы видим. То есть здесь у нас немножко, значит, истории. И в декабре 2017 года, когда был запуск ценных бумаг, когда эмиссия началась, стоимость была 10 евро. Одна ценная бумага стоила 10 евро. Сейчас у нас, ну, здесь вот слайд старенький, 20, август месяц, сейчас у нас сентябрь. И на данный момент 26 евро 80, там, по-моему, 5 или 86 центов стоит одна ценная бумага. То есть, ну, видите, да, какой идет прирост за буквально там 8-9 месяцев, там больше 270 уже, наверное, процентов, наверное, прирост составил. То есть динамика достаточно хорошая, поэтому, ну вот представьте, те люди, кто заходили, покупали там, допустим, 100 ценных бумаг по 10 евро, и сейчас их активы увеличились, и у них, если это было 100 ценных бумаг по 10, это 1000 евро была, то сейчас активы уже увеличились, это 2600 евро активов, которые лежат в ценных бумагах и ждут своей конвертации в акции. Перейдем дальше. И отталкиваясь от того, что идет у нас такая динамика достаточно положительная, хорошая, перспективная, ну, можно немножко спрогнозировать, попробовать прогнозировать. Это, конечно же, не точно. То, что цена будет вот именно такая, как мы здесь, да, значит, у нас нарисовано 130 евро. Будем дальше, конечно же, следить и, ну, корректировать эту дату, отталкиваясь от того, какая динамика будет. Но мы можем вот с учетом вот этой динамики примерно спрогнозировать, что это может быть 130 евро. И мы сейчас вот на этом примере посмотрим, как мы можем это все подсчитать. То есть это через 3 года, тогда, когда у нас произойдет вот 31 декабря 2020 года, вот, допустим, будет стоить 130 евро одна акция, уже акция. И давайте посмотрим. Значит, смотрите, у нас также имеются здесь контракты. Минимальный контракт — это 450 евро. Причем вы видите, то, что здесь и контракт, и предоплата. Вы можете внести просто предоплату, у вас сразу оплачиваются ваши ценные бумаги, то есть вы их уже получаете, хранятся они в депозитарии и ждут своей конвертации. Значит, ну, также, конечно, количество их тоже увеличится, так у нас 12% годовых. Вот, то есть минималка у нас здесь 450, максимальной суммы в принципе нет, то есть можно покупать хоть сколько.
Переходим к следующему слайду и видим такой у нас пример. Допустим, заходим мы на 650 евро. Сейчас мы приобретаем 26 ценных бумаг. Также у нас идет 12% годовых, то есть по 1% в месяц количество ценных бумаг у нас будет расти, что составляет к концу конвертации в акции 34 акции. То есть будет, если сейчас 26, то за 2,5 года у нас будет 34. Ну и так как мы просчитали, что одна ценная бумага может стоить, акция точнее уже 130 евро, то это получается у нас 4420 евро. Ну вот и посмотрите, то есть увеличение у нас здесь написано, то есть практически в 7 раз. Значит, то есть 650 евро мы запустили и 4420 у нас выходит на выходе. Я считаю, что это хороший вариант для подстраховки, для диверсификации, для того, чтобы мне... То есть перед тем, как идти в более рисковые инвестиции, да, я считаю, что вот неплохо было бы еще дополнительно подстраховаться здесь. Ну и я, и Андрей, мы, соответственно, здесь вместе включились. И мы, по крайней мере, сейчас, вот, да, участвуя в каких-то там хайп-проектах высокодоходных, мы не так, наверное, особо переживаем. Ну, конечно, переживаем, но не так критично для нас будет в случае, если вдруг произойдет где-то скам. Потому что мы за счет Global Intergold плюс ломбардный кредит от Life is Good подстрахованы. Кстати, я еще в Life is Good не зашел до сих пор. То есть я зарегистрирован, но я еще до сих пор там не проплатился. Вот тоже планирую, конечно, скоро туда зайти. А в Global Intergold я уже есть и уже зашел. Мы с Андреем вместе зашли. Вот, и сейчас активно строится сеть, строится команда. И я еще в тот момент, почему мне стало это интересно, потому что я хотел построить команду, чтобы это все было надежно, но в хай-проектах этого делать не получается, и надо искать какую-то сетевую компанию с продуктом. Ну и вот Global Intergold для этого идеально подошел. То есть как раз-таки вся сеть, она будет переписана в Global Intergold, и все ребята, во-первых, будут подстрахованы, во-вторых, никто не разбежится никуда. Ну и вот это вот очень важно для меня, то есть приоритетом было именно надежность. Ну и вот поэтому зашли в Global Intergold. Вот такие вот, ребят, дела у нас, Дэн, вот так мы можем заработать. Да, Андрей? Дэн, у Марка в структуре сколько человек сейчас? Смотрите, да, для меня вот примером еще что послужило, то что, смотрите, Марк Марцинковский, значит, 6 лет в этом бизнесе, то есть 6 лет уже строит сеть, 40 тысяч человек структура. Вот понимаете, да, то что ну, в хай-проекте ну, не получилось бы, наверное, построить такую сеть, да? 40 тысяч человек, которые находятся в команде. И вот так вот, ребят, вот поэтому я все-таки. Да, я сейчас к словам Дэна добавлю. То есть, смотрите, среди нас есть те, кто является чисто инвестором, кто не хочет никого приглашать. Тем более, что в инвестициях всегда есть риски, как мы говорим. Но есть из вас, среди вас и лидеры, которые готовы и инвестировать, и строить команды. И вот смотрите, что получается с хайпами, да? Да, в хайпах, если они работают год или больше, тоже растут команды, но чем все заканчивается? Вспомните, как в Квестре год назад, как там все красиво пели, какие лидершипы проводили, как там со сцены все красиво вещали, рассказывали, а потом раз, выплат нет, и сами знаете, что происходит. Структура разваливается. Большой негатив, и во многих случаях даже люди подают в суд, например, в каких-то случаях на своих же собственных спонсоров, да? Вот. То есть я это к чему говорю, что, видите, это хайпы. А если проект работает долго и стабильно, как вот, например, Global Intergold, видите, Марк, он никакими другими проектами не занимается, только одним, да, и вот он уже 6 лет занимается, и структура выросла до 40 тысяч человек. И, конечно, это дает и стабильность, это дает хороший финансовый результат. Это я к чему и говорю, что те из вас, кто хотели бы побыстрее, то есть мы понимаем, что мы все как инвесторы хотим результат побыстрее получить, да, но если только инвестировать в хайпы и продвигать только хайпы, ничем хорошим это не заканчивается. Ну, вы сами прекрасно знаете, есть некоторые товарищи, которые, например, там качали компанию Kairos, компания Kairos закрылась со скам. Пошли качать компанию Questra. Questra закрылась. Пошли качать компанию AlphaCash. AlphaCash теперь тоже закрылся, да?
И получается, что такой лидер, который его только хайпами занимается, да, ему каждый раз приходится начинать с нуля, понимаете? А, естественно, он еще при этом теряет свою репутацию, потому что, естественно, ну, какое-то количество людей, оно разочаровывается. Да. То есть вы, кто-то может и нам с Дэном сказать, ну, вы тоже как бы в хайпах участвуете, да, но мы... На всех, на каждой презентации, на каждой трансляции мы подчеркиваем, ребята, поймите, что все высокодоходные проекты — это хайпы. Не бывает по-другому. 100% компаний, которые обещали 20-30% в месяц, они все закрылись. Не 99, 100%, понимаете? Может быть, случится чудо, и когда-нибудь там появится такая волшебная компания, которая будет платить 30% в месяц и проработает 10 лет. Дай бог, ни я, ни Дэн не против такой компании, но пока чудо не случилось. Как я и говорю, давайте перестанем верить в Деда Мороза. Давайте перестанем верить, что существуют супернадежные компании с доходностью 30% в месяц. Вот. И как раз и мы постоянно подчеркиваем, что, ребята, фундамент сделайте, фундамент вашего инвестиционного портфеля. То есть вкладывайте сначала в надежные компании с небольшой консервативной доходностью, потому что практика показывает, что только такие компании действительно работают долго. И вот мы с вами сейчас поговорили о надежных компаниях, значит, и у нас еще в инвестиционном портфеле есть свежий проект, это называется Dominant Finance, он стартовал всего полтора месяца назад, в последних числах июля. Основатель, директор компании Томас Эклунд. Мои наблюдения, я считаю, что это хайп, ну и Дэн так считает, то есть в принципе мы опять же называем вещи своими именами, вот, но на мой взгляд это хайп сделан качественно, потому что у него есть живой директор, а практика показывает, что если, ну вы сами знаете, есть хайпы, где никаких руководителей, ни видеороликов, ничего, есть только сайт в интернете, то есть такой хайп легко открыть и точно так же легко закрыть, то есть там он может закрыться через несколько недель, да? А когда существует живой директор, все-таки, ну, на это нужно потратить определенное время и ресурсы. И по моим наблюдениям, ну, такие проекты, где есть живые директора, ну, работают, скажем, в среднем год и больше. То есть возьмите, например, проекты долгожителя, да, там Квестра та же самая, Кэшбери, кто там, Хеликс Кэпитал. То есть это проекты, которые... Меркурий, взаимный фонд Меркурий. То есть во всех этих проектах были живые директора, потому что, ну, такие проекты все-таки вызывают больше доверия. Dominant Finance, что мне еще понравилось, то, что они все-таки показывают хоть какое-то подтверждение своей деятельности. Например, на странице twitch.tv/dominantfinance вы можете зайти и увидеть майнинговую ферму Dominant Finance в прямом эфире. Причем, если вы зарегистрируетесь на сервисе Twitch, вы даже можете комментарии там писать и увидите ваши комментарии вот на этом большом экране, который прямо на ферме стоит. То есть можете убедиться, что это в прямом эфире. То есть, если сравнить с той же компанией Квестра, в которой, как мы с вами знаем, есть 25 каких-то управляющих, которых, правда, никто никогда не видел, да, то есть компания Dominant Finance хоть как-то подтверждает свою деятельность какими-то майнинговыми фермами и так далее. Тарифные планы, в принципе, их 4. Минимальный тарифный план начинается с $10, то есть практически доступен для любого. Вот некоторые из вас говорят, да, мы бы хотели там инвестировать, но денег нет. Ну, ребят, уж там раздобыть $10, мне кажется, любой сможет. Вот. Обратите внимание, что доходность, в принципе, не заоблачная. То есть вот графа, где цифры красным цветом нарисованы, прибыль в месяц всего лишь от 8% до 20%. То есть по меркам хайпов это, ну, такой вполне даже умеренный процент, не бешеный. И тело вклада в конце срока не возвращается, то есть тело вклада включено в ежедневные выплаты. И это тоже дает определенную стабильность, потому что мы с вами понимаем, в индустрии хайпов еще вопрос, если тело вклада возвращается в конце срока, то никто не знает, а доживет ли компания до того момента, когда
тело вклада будет возвращаться. Да? Поэтому мне лично больше нравятся вот такие тарифы, где тело вклада включено все-таки в ежедневные выплаты и можно регулярно выводить. А также мне понравилось, что здесь инвестицию можно делать и в долларах, и в евро, и в биткоинах, и в эфире, и в самых разных видах валют. То есть, и причем прибыль вы будете получать тоже в этой валюте. То есть, кому нравятся биткоины, кто хотел бы приумножить их, пожалуйста, есть такая возможность. Кому нравится эфир, пожалуйста, делайте инвестицию в эфире или лайткоин, или какие-то еще популярные валюты, можно их приумножать. Так, на следующем слайде показан вот инвестор, имеющий 12 источников пассивного дохода. То есть это к чему я, да? Как-то уже несколько лет назад я слушал тренинг одного инвестора, и мне понравилась мысль, которую он сказал. Он говорит, вот смотрите, предположим, твои деньги работают в трех компаниях. Ну, вроде бы хорошо, ты разложил яйца по трем корзинам, замечательно. Но если одна из этих трех компаний закроется, ты, извините, теряешь сразу треть своего капитала, треть своих денег. То есть это, ну, достаточно болезненно, большая потеря. Хотя, вроде бы ты уже разложил яйца по разным корзинам. Конечно, иметь три компании, это лучше, чем вложить все в одну компанию и прогореть, да, как многие делают. Но оптимальный вариант стремится к тому, чтобы в вашем портфеле было 10 компаний или больше. Почему? Потому что если одна из этих 10 закроется, ну, ты, по сути, потерял только 10-ю часть своего капитала, и, скорее всего, 9 оставшихся компаний своей прибылью перекроют эту потерю. Поэтому мы стараемся с помощью вот таких трансляций призываем вас к тому, чтобы начать инвестировать, создавать, формировать свой инвестиционный портфель, чтобы у вас там были и консервативные инвестиции, и можно добавить еще агрессивные, но при этом надо понимать, что риск присутствует. Не забывайте про диверсификацию и не забывайте про подстраховку. И как вот здесь на следующем слайде показано, наша миссия — создать команду в 1000 успешных инвесторов, имеющих минимум 10 источников пассивного дохода. Потому что на примере кофеваров, так называемых, вы можете убедиться, что огромное количество людей совершенно не понимают, куда они попали. Они качают хайп, они до сих пор не понимают, что они качают хайп. И вы сами прекрасно знаете, до сих пор работают офисы в некоторых городах, до сих пор проводятся презентации, людей, новых инвесторов заводят через внутрянку, потому что вот кто-то там верит, что выплаты скоро возобновятся. Это скоро длится уже 15 месяцев, да, в некоторых странах. Да, Андрей, все, я свернул уже нашу презентацию. Сейчас посмотрим, почитаем комментарии, посмотрим, что у нас здесь имеется. Так. Что у нас тут? Ага, так. Привет, Дэн с Хабаровска. Весть пишет. Приветствую, Весть. Это, кстати, да, тоже дальневосточник. У нас, кстати, один часовой пояс. Чего ж вы не спите-то? У нас 3 часа ночи сейчас на данный момент. Так, мы верим, что компания Квестер откроется. Да, Элла, чтобы она открылась. Мы, казахстанцы, верим. Ну, верить никто не запрещает. Что ж, я все-таки за то, чтобы, ну, реально как-то смотреть на вещи. Я добавлю еще раз, не знаю, как вас зовут, как это правильно пишется, Казак Холдинг. Понимаете, еще раз, верить, ни я, ни Дэн не против, чтобы кто-то верил. Проблема в другом, что так называемые верующие, те самые кофевары, они вот эту свою веру продолжают транслировать. Вы прекрасно знаете, чем занималась Кира Антипина последние месяцы. Устроила круиз по городам, собирала толпы народа, причем люди должны были там за билеты платить, да, то есть и она им вещала про великую корпорацию, и, естественно, мотивировала, чтобы люди там, ну, и новые, я так понимаю, тоже подключались, понимаете? То есть, потому что одно дело, когда ты сам веришь, что выплаты возобновятся, ну, верь, пожалуйста, можно до 2030 года ждать и верить, и ничего плохого в этом нет. Но когда, извините, такой верующий продолжает приглашать других, и, по сути,
затаскивает людей в лохотрон, в котором уже люди больше года вывести ничего не могут. Как вы это назовете? Это правильно он делает, на ваш взгляд? На мой взгляд, нет. Именно поэтому я записываю видео уже начиная с мая 2017 года. Потому что если в компании начались проблемы с выплатами, то надо остановиться, ребята. Верь на здоровье, но других-то зачем приглашать? Так, у нас так присоединился Бейбол, и ну, мы на каждое сообщение не будем. Так, здравствуйте, Андрей, по ФВМ скажите, что слушаем, вас слушаем ради квестры, рекламы не надо, что теперь у нас денег нету, все вложено в ФВМ. Скажите, ФВМ новости, Андрей. Ну, вот как раз-таки Бейбол, вот надо было вам обратить внимание на вот эту трансляцию, если вы до сих пор смотрите, то пересмотрите ее с самого начала. И если бы инвесторы знали бы ту информацию, которую мы сейчас доносили, то сейчас бы такого не было ни у вас, ни у меня. Я опыт для меня прошел не зря, урок финансовой грамотности для меня тоже прошел не зря. И сейчас, конечно же, я работаю совсем по-другому и совсем другое у меня мнение насчет всего этого дела. Так, Ольга пишет, Бейбол, нет никаких новостей по ФВМ, все капут. Так. Да, я, ну, раз Байбол меня спрашивает, Байбол, последний ролик там из чата Диего я пару дней назад загрузил, да, после этого я в чат Диего не заходил, но вот Дэн сказал, что там были какие-то сообщения от Диего, но ничего хорошего там Диего не сказал. Дэн, коротко перескажи там последние вот эти, что квестры это не агам. Вот, ну, еще раз скажи. Там ничего такого не было. Ну, в смысле, интересного такого прям ничего не было. Единственное, вот да, вопрос, когда там пошел вопрос насчет того, как, в общем, человек задал вопрос о том, что нам нужны новости. Ему сказали, не задавайте одни и те же вопросы. Потом человек сказал, ну мы же инвестировали большие суммы денег, мы хотели бы знать, как они находятся, и спросить за свои деньги. На что ответили, что Диего вышел и сказал, вы инвестировали в Агам, вот, а здесь в Агаме с Агама никого нет. Иногда я какие-то новости даю, там, но вы в Агам инвестировали, типа, здесь не задавайте такие вопросы, мы вообще тут по квестре собрались. Ну, вот примерно вот такой вот ответ был, и как бы, я считаю, что он вообще какой-то непонятный, и я поэтому сегодня записал ролик по этому поводу. Вот. Так, Гульзат у нас пишет, здравствуйте, здравствуйте, Гульзат, жесть факты, всем привет, это Тимур у нас, Бейбол пишет, Агам 640 тысяч, ну, вот, наверное, 630 это, видимо, количество инвесторов, да. Наверное, да. Так, весь новость удалил сообщение, не знаю, что оно было. Так, итак, найти хотя бы 5 компаний очень сложно. Мелких хайпов полно, но, как правило, там в основном только потеряешь. А долгосроков почти нет. Ребят, ну смотрите, окей, хайпы. Кэшбэри, это же хайп тоже. Квестра, это же тоже хайп получился, понимаете? То есть хайп хайпу рознь, и надо здесь понимать, куда... Ну, я, допустим, на что я обращаю внимание? Я смотрю... Когда стартанул проект, это первое, на что я обращаю внимание. Дальше, я иду на ММГП, читаю отзывы. То есть смотрю, что там пишут. Потому что там есть достаточно серьезные акулы, которые каждый там проект там мониторят, смотрят, кто там админы, не админы. И там много информации тоже можно подчеркнуть. Плюс, я общаюсь еще дополнительно с различными блогерами, которые ну, знают какую-то инсайдерскую информацию. Это тоже очень важно. Плюс ко всему, я смотрю, какой маркетинг, сколько процентов в месяц он дает, какой пассив, какая рефералка там, то есть какая нагрузка идет на проект. Потом смотрю, кто качает этот проект и дадут ли те лидеры, которые качают этот проект, дадут ли они тот приток, чтобы проект существовал с теми процентами, которые он заявляет там у себя по регламенту, да. То есть я вот на это все обращаю внимание и потом принимаю решение, заходить или нет. И причем, ну, как бы, вот еще раз говорю, хайп хайпу рознь, да, Кэшбэри, смотрите, хайп 30% в месяц и бомбит, как перепуганный, и все нормально, да, почему? Ну, потому что, видимо, очень хорошо его качают, да, плюс сейчас внутрянка еще там, да, поэтому, конечно, он может так работать достаточно неплохо, вот. А то, что у нас можно такой же хайп запустить с 30%, он может и месяц, и два не проработать, почему? Ну, потому что, видимо, какой-то из тех пунктов, которые я сейчас называю, он просто не подходит под них, поэтому надо, конечно, выбирать, надо смотреть, кто что, и вот потом только заходить. Ну и обязательно надо подстраховываться. Ну и вообще все в одни хайпы, там высокопроцентники тоже, я думаю, не стоит, потому что
Ну, не знаю, ну вот у меня, допустим, там есть из консерватива Велигма, ну там 65%, кстати, у них там новость, у них сейчас все портфели, которые там есть, они все будут приносить 65% годовых, но это вообще мелочь, ребята, тело вклада включено в выплате, то есть в итоге там мы, ну, грубо говоря, 1000 завели, 1650 в течение 250 начислений мы выведем, но это очень мало, и я считаю, что это... Ну, прям такой, ну, прям такой низкодоходник прям. И, ну, и, соответственно, чем ниже проценты, тем ниже риски. Вот, и причем я посмотрел, он даже, ну, я, во-первых, там и с руководством общался, то есть это тоже для меня было плюс. То есть я, прежде чем заходить, я говорю, с руководством пообщаюсь, а потом уже буду принимать решение. Вот, это один из этих был. Плюс я на ММГП залез, и он находится не в форуме о псевдоинвестициях, а в MLM, в разделе MLM. Поэтому, конечно, мне стало это интересно, я зашел. А что? Ну, надо обязательно добавлять себе, так вот мы как с Андреем, допустим, мы в Skyway, да, то есть это такие венчурные инвестиции, долгосрочные, которые там, ну, когда-то там стрельнут, да, то есть можно зайти не на небольшую сумму, но достаточно неплохо там увеличится в случае, если это все стрельнет. Вот. Плюс, допустим, там, подстраховаться, вот как мы сейчас вам доносили, да, там и Global Intergold, и Life is Good, то есть это тоже, да, здорово. Плюс, там вот у Андрея, допустим, у него Омния есть, тоже низкодоходник, маленький процент, да, Андрей, сколько, 5%, да, ну там, сколько, это 60% годовых получается, то же самое, что Велима, да, только там в биткоинах получается, ну, в криптовалюте, а здесь в долларах. То есть, ну, вот такие проекты тоже надо добавлять себе, чтобы они... Потому что они менее рисковые. Ну а часть можно, конечно, и в какие-то там такие. Но Доминант, я считаю, что это нормальный проект, в него можно зайти сейчас, по крайней мере. Он на старте, там много языков. Он не зависит от того, как он будет исключительно в России, в СНГ качаться. Потому что языков много. Я смотрел там сейчас и в Малайзии, да, Андрей, по-моему, там какие-то презентации проводятся. То есть это очень здорово, что качается так, ну, серьезно, в других регионах, в других странах тоже. Вот, опять же, вот кто там, ну вот этот, который актер там, или как его там, ну, директор, да, то есть, опять же, то есть есть тоже неплохо, да, потому что многие хайпы вообще не показывают никакие. Они даже потрудились над тем, чтобы показать свою легенду, подтвердить свою легенду. Да, конечно же, тех мощностей, которые у них там стоят, конечно же, их не хватает наверняка на то, чтобы там выплачивать всем, да. Но они хоть над этим постарались, они хоть поработали над своей легендой. То есть они действительно проект, над проектом поработали, они просто создали сайт и все. Поэтому, а вдруг, с такими процентами, с которыми он там работает, он может и реально достаточно неплохо отработать. Конечно, все админов отбирается, но я считаю, что с таким процентом можно хорошо поработать. Да, вот я добавлю, смотрите, ребят, многие из вас наверняка узнали про Квестру там в 16-м, а кто-то в 17-м году, и, возможно, вы себе задавали вопрос, эх, знал бы я про Квестру раньше, вот бы я зашел на старте, вот бы я заработал. Вот как раз проект как доминант, это есть и есть ваша возможность зайти на старте, тем более, что сумма для входа доступна практически для всех. Всего-то $10. Да, да, да. Алексей Наумов присоединился к трансляции. Алексей, приветствую тебя. Долгосрок есть Global Intergold. Да, ребят, можете и на долгосрок зайти. Можете, если у вас активная позиция, то можете и активно там поработать. Ну и, то есть, идеальный вариант. Так что, ребят, я не знаю. Я вот за то, чтобы развиваться в таких вот компаниях, которые временем доказывают, что там действительно можно строить сеть. Ну вот Марк построил 40 тысяч человек. Ну... В хайпе 40 тысяч человек, не знаю. Ну, может, только Клинар там получилось у нее, да, столько подключить людей. Не знаю. А здесь вот в компании, в надежной, я считаю, что здорово. Диего сначала говорил, что бабло в безопасности, а сейчас понимает, что походу, что не в безопасности. Ну, видимо, наверное, так и есть. Не знаю, мне порой иногда я смотрю Диего, и что-то его ответы вообще очень похожи на то, что нам отвечает служба поддержки. Как-то вот скоро все будет, вы знаете все на, значит, на сайте и вот в таком духе. Ну, как-то вообще очень, очень глупо. Ну, ребят, смотрите, вот опять же, насчет Диего. Откуда он берет информацию? Он говорит, что у него есть там какой-то контакт в компании, с которым он созванивается. И поэтому ничего удивительного, что контакт говорит примерно то же, что и отвечает служба поддержки. Может быть, это вообще один человек, да, там, ну, или руководитель какой-то. То есть, вот эти люди, которые там строчат ответы, когда вы запросы в поддержку делаете, да, им ответы, возможно, надиктовал как раз вот этот товарищ. Поэтому я ничему не удивляюсь.
Ну и на самом деле, в последнее время вы можете увидеть, что уверенности в словах Диего уже поубавилось. То есть, если раньше он там прям август наш месяц, все будет классно, сейчас уже как-то начал сбавлять обороты. Уже я такой же, как и вы, да я в компании никто, и так далее, и так далее. Угу. Да, есть такое дело. Так, ребят, ну что, давайте, наверное, вот 40 человек у нас на трансляции практически. Давайте, ребят, конкурс проведем. Угадай слово, наверное, сейчас вот мы его проведем, да и потом еще на вопросики подвечаем, да будем закругляться, чтобы вас не отвлекать. Значит, смотрите, угадай слово, значит, сейчас открою чат, посмотрю. Так. Кстати, ребят, не забывайте, если у нас с Андреем Жариковым еще есть предложение дополнительное, если у вас все-таки какая-то такая жизненная позиция активная, то есть вы хотели бы там строить сеть и хотели бы как-то развиваться, либо, может быть, вы уже где-то строили, то у нас с Андреем Жариковым есть отличное предложение, потому что часто скидывают там просто реферальную какую-то ссылку, говорят, давай регайся под меня, и все, и больше ничего. Но это может сделать каждый человек, а у нас есть такое предложение, как мы можем просто вас пропиарить, если вы подключаетесь к нам, допустим, в команду, мы можем вас пропиарить на, там, ну, на два канала, то есть я считаю, что это неплохо, это дополнительный такой бонус вашими там различными ссылками там, на соцсети, с вашей там рефералкой, то есть мы только за то, чтобы люди, которые подключаются к нам в команду, чтобы они тоже строили сеть, чтобы у них все получалось, и мы показывали этот результат. Это очень здорово, очень круто, потому что мы хотим создать такое сообщество людей, где-то кто-то на активе, кто-то на пассиве, то есть, ну, чтобы были такие вот, в общем, у нас есть предложение, так что обязательно подключайтесь, включайтесь, и те, кто выбирает всегда такую активную позицию, то, ну, конечно же, они гораздо быстрее и начинают и зарабатывать деньги, и, соответственно, строится сеть. Вот так. Так, ребят, сейчас... Да, я добавлю. Те, кто пытается продвигать, например, какие-то проекты в интернете, вы все знаете чаще всего, в чем проблема, где искать людей. Да, людей вроде бы полно в социальных сетях, в Скайпе, но... Ты там пытаешься добавиться кому-то в Скайпе, пытаешься ему что-то предложить, а вы сами знаете, сейчас практически у любого сетевика есть свои проекты, и вас он не знает, потому что это, как говорится, холодные контакты, и эта работа очень малоэффективна. Вот, то есть, и как Дэн и сказал, то есть у нас для членов нашей команды предложение... В том, что мы готовы, если вам интересно развиваться не только как инвестору, но и как партнеру, вас пропиарить на двух наших каналах. У меня сейчас там количество уже к 8 тысячам приближается, у Дэна уже за 7 тысяч перевалил. Ну, то есть у нас суммарно 15 тысяч подписчиков. Пожалуйста, мы готовы вас пропиарить, а внизу под видеороликом, например, дать вашу реферальную ссылку. Вот, то есть, если другие, когда приглашают вас в проект, они только говорят, вот, давай, регистрируйся, вот моя реферальная ссылка, там, вкладывай деньги и все, да, все, что они могут вам предложить, то мы, по сути, готовы вам предложить и реферальную ссылку, и возможность уже продвигаться на готовую аудиторию. Так, ребят, давайте дочитаем все комментарии, ответим на них и потом переключимся к нашему конкурсу. Так, Ольга пишет, я думаю, он и не знает, где деньги. Вчера наткнулась на ролик про Чухан на каких-то дорогущих гонках, то ли час, то ли тавки делал. Да, я, кстати, этот ролик мне прислал кто-то из подписчиков, оставил прям комментарий. Я посмотрел это видео, увидел и выставил у себя, ну, на канале. Я дал на это обзор и дал ссылку на это видео. Вот, так что да, видели это. Так, Диего, это пыль в глаза, скажем, что отвлекающее звено или шут гороховый. Ну, вполне, по крайней мере, то, как сейчас это все происходит, очень похоже. Так, привет всем. Проблема в том, что у многих, особенно с Казахстана, в том числе у меня, квестер был первый опыт. В инвестиции, офисы по всему миру, живые директора, типа открытие банка и все такое. Ну, вот это да, это вот очень хорошо сработала легенда, на которую все повелись. И... Если бы вот, если сейчас запускалась бы какая-нибудь Квестра 2, мы бы уже, наверное, не верили бы во все эти легенды и понимали, что рано или поздно все равно все-таки скам придет, и, соответственно, ну, немного по-другому бы действовали, и не было бы таких потерь. Вот так вот. Так, очень хорошее предложение о пиаре. Да, Ольга, конечно, подключайтесь к нам и вместе поработаем. Вот так вот.
Так, лично я никогда не верил, что можно так легко заработать, но квестер меня заманила. Так, 15 мая продал машину, квартиру не успел. Теперь только я начал понимать, что такое хайпы. Ну, вот видите, все с опытом приходит, и каждый платит за этот опыт свой депозит в каком-либо хайпе, и у всех он разный. Я на самом деле, когда, ну, у меня красный портфель, да, был, это 7000 евро, и когда я думал, что ну вот я попал, знаете, когда я начал, ну, записывать уже ролики, я увидел, что люди попали еще сильнее. Я тогда думаю, тьфу, так это ж ерунда, значит, что у меня еще все нормально. Один человек из Израиля за 2 недели или за месяц он зашел в квестру 500 000 евро. Вот такие вот дела. Так, а сталкивались с трейдерами Xelius Group? Я нет, не сталкивался. Андрей, может, ты сталкивался? Я тоже не сталкивался, а насчет того, что там Толга написал, значит, хочу сказать, так перефразировать поговорку, что если оно выглядит как хайп, если оно работает как хайп, если от него пахнет как от хайпа, то скорее всего это хайп и есть, понимаешь? Да, согласен. Я рекомендую делать так. Все, что есть, везде, где есть пассив какой-то, я считаю, что надо это воспринимать как хайп. Ну а если вдруг это окажется не хайпом, то это же будет приятно, понимаете, вы зашли, а это не хайп оказывается. Но, по крайней мере, история нам говорит о том, что все, везде, где есть там 10, там 15, 20, 30% в месяц, это все хайпы. Просто те, которые дают вам 10% в месяц, это дольше протянет, потому что маркетинг не будет быстро раз это, ну, компания не будет давить, да, сильно. Соответственно, если это 30% в месяц, то, соответственно, это уже нагрузка еще больше идет. Ну и, соответственно, он отработает меньше. Поэтому воспринимайте все как хайпы, а там уже время покажет, что хайп, а что не хайп. Вот так. Так, ребят, ну что, есть у нас слово, мы его уже придумали. Андрей, я тебе отправил его в Skype, так что можешь там посмотреть, чтобы знал. Вот. Да, видел. Значит так, ребят, это слово. Так, в чем у нас заключается конкурс? Мы с Андреем загадали слово. Так, победитель у нас получает 200 рублей от меня на телефон, либо на карту Сбербанка, либо на Киви кошелек, либо на Адвокэш. Тоже можем сделать. То есть тот человек, который первый напишет это слово в комментариях, тот человек и будет у нас победителем. Значит, как вы будете угадывать, ребят? Мы загадали, вы задаете наводящие вопросы, мы говорим да, нет, то есть вы там живое, не живое, и мы вот таким вот образом начинаем сужать наш поиск, и, соответственно, все равно рано или поздно вы это слово угадаете. Вот, значит, что, поехали, наверное, да? Итак, это слово, давайте такую маленькую подсказочку дам, это слово мы сегодня называли один раз, называл его я. Называла это слово один раз. Андрей, ты согласишься со мной? Ну да. Да, сегодня я называл это слово. Давайте задавайте вопросики, и мы будем, то есть, как-то подсказывать это все дело и отвечать. 30 человек у нас в прямом эфире, час Так 20 идет. что, ребята, это дополнительный стимул слушать презентации внимательно, потому что во время презентации прозвучала подсказка, по сути. Да. Нет, не в начале видео это слово звучало, когда мы проводили презентацию. Это Тимур у нас. Альфа-кэш. Нет, альфа-кэш нет. Я пришел только недавно, понятно. Ну, значит, возможно, пропустил, Тимур. А вот поэтому лучше заходить в начале. Да, поэтому уже вначале. Нет, это не золото. Так, существительное. Андрей, существительное это или как это? Да, Существительное. существительно. Корзина. Нет, не корзина, Алексей. Задавайте наводящие вопросы, мы будем сужать вот этот поиск. Нет, не корзина. 34 человека на трансляции. Час 20 идет трансляция. Давайте, наводящие вопросы, ребята.
Ну, это слово не такое легкое, как было вчера. Там у нас вчера, по-моему, гамак было. Не такое слово. Яйцо. Яйцо. Нет, это не яйцо. В нем гораздо больше букв. В нем больше букв, намного больше. Яйца. Яйцо, нет, яйца. Нет, это не яйцо, не яйца. Это, ну, непростое слово, ребят, непростое. Вот, я уверен, что если, ну, обычный обыватель, наверное, даже каждый день это слово не произносит. А, писать лень. Так, ребят, давайте вопросики. Ну, в любом случае угадаете. Но слово нелегкое, я сразу как бы... Так, я бы, наверное, ну, тяжело. Хотя, в принципе, после того, как мы связаны с цифрами... Я даже не знаю, как это с цифрами связано или нет, Андрей. Да с цифрами-то, наверное, нет. С цифрами, наверное, не связано все-таки. Диверсификация. Нет, это не диверсификация. Ну, в принципе, да, это отношение... Давайте так, нет. Подсказочку сделаем. Это имеет отношение к... К финансам. К финансам, да. Вот так вот. У нас сегодня вся презентация про финансы. Да, вот это слово имеет отношение прям, ну, можно сказать, к банковской системе. Я хотел так сказать, а потом, ну, окей, к финансам. Давайте. Ребята, да вы в любом случае угадаете это слово. В любом случае угадаете. 35 человек на трансляции. Фьючерсы нет, матрица нет. Ни матрица, ни фьючерсы. Имеет отношение к инвестициям, к банковской системе. Структура нет, валюта нет. Уже близко, да? Кредитный ломбард. Ломбардный кредит, наверное, имелось в виду. Ну нет, ребят, нет. Ну, очень близко, ну, потому что у нас тема инвестиций была, и сегодня это слово я произносил один раз. Один раз я произносил это слово. В середине, в презентации я произносил. Видите, я уже вам вот прямо намекаю, то, что ценные бумаги. Нет, не ценные бумаги, это не акции. Но это имеет отношение к ценным бумагам, к акциям. Депозит уже близко. Андрей, золото тоже близко, но вот смотрите, депозиты золота и ценные бумаги, и это вот и валюта, это все очень-очень близко. Но вот прям вот, если это все вот объединить, дивиденды нет, портфель нет, вклад нет. Вот депозит это прям очень-очень близко. Вот самое, да, Андрей? Вклад, счет, пакет нет. Нет. Вот если я сейчас какую-нибудь подсказку дам, то это 100% отгадает. Потому что, ну, конвертация нет. Конвертация, да. Ну, в смысле, этот. Ну, да, слово другое. Слово я называл это слово. Угу. Расчетный счет. Расчетный счет. Нет. Нет, ребята, слово одно, оно не из двух слов состоит. Слово одно, но длинное. Долгосрок нет, виза нет. Я даже скажу больше. Корень этого слова уже вы уже написали. Но вот надо как-то дальше продлить и. Да. Почувствуйте себя участниками игры, что, где, когда. Только здесь вас побольше, чем там. Давайте мозговой штурм. Да. Инвестиция нет. Окей, сейчас немножко намек сделаю. Те, кто находится в Global Intergold, вы точно это слово знаете. А еще, ребят, подсказка. У вас есть возможность промотать нашу трансляцию назад и быстренько прослушать то, что Дэн рассказывал, и найти, что он там говорил. Да нет, там я много слов говорил, поэтому я думаю, навряд ли получится. Ну, вот еще раз говорю, корень этого слова вы уже написали. Уже был человек, который написал, и я сказал как раз-таки в этот момент, что, ребят, уже вот очень близко. Я же засмеялся, да. Я думаю, ну все, вот уже вроде как его и назвали. И я прям знаю даже, кто сейчас будет претендовать на то, что я угадал первое это слово, но оно не до конца написано. Вот так вот я вот скажу вам. То есть это слово уже, корень этого слова, которое у меня здесь написано, его уже написали в комментарии.
Вот здесь вот выше. Депозитарий, абсолютно верно, Пипко Стойкович пишет. Алексей Наумов опоздал, чуть-чуть опоздал. Пипко Стойкович у нас победитель. Сейчас я напишу свою страничку ВКонтакте. И да, депозитарий, вот-вот-вот, уже пошли. Да. Молодцы, ребята, молодцы. Так, сейчас я найду свою страничку и адрес ее скину в чат. И напишите в чат и... Ой, в чат, говорю, в этот... ВК напишите и обязательно с вами свяжемся. А еще напишите, вы с какого? Из России или из какой страны? Из России, Казахстан, Украина, Беларусь, что-то. Вот. Кстати, да, слово-то показать надо, ребят. Вот слово. Вот я его загадывал. У нас уже целый список здесь слов, которые загадывали. Уже очень заодно, ребята, кстати, повышаем финансовую грамотность, загадывая умные такие слова. Да, вот Аида, кстати, да, именно она написала первое слово «депозит», и вот я на этом слове начал улыбаться сразу, думаю, ну вот оно же вроде как уже-то и рядышком, и я засмеялся, выдал это слово. Вот, ребят, ну здорово, все поучаствовали, молодцы, и сегодня и поговорили, и пообщались активно, поэтому я очень доволен, ребят. Также не забывайте, у нас еще есть по Global Intergold чат, и можете добавляться туда. Также есть вообще общие чаты, просто по квестре есть, там по различным складчинам, там, ну складчинам мы уже не проводим. Вот, наверное, какой-нибудь один чат, наверное, надо будет все-таки переделать, прям конкретно под инвестиции, и туда, наверное, просто вот чисто по инвестициям все туда скидывать, все проекты, все компании. И, вот, вижу, да, человек написал, мне Борис Годунов написал, я выиграл, окей. Сейчас мы с вами свяжемся. Пипко Стойкович, напишите тогда мне ВКонтакте свой либо номер телефона, либо карту, куда мне надо будет перекинуть. Да, я понял, ага. Написали. Так, поздравляем победителя, да. Так, Андрей Жариков пишет, вот как раз, депозитарий — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и или осуществляющий услуги по учету переходов прав собственности на ценные бумаги. Вот так вот. Специально отведенное это помещение. Одно значение. Да, специально отведенное помещение в банке предназначено для хранения депозитарных ячеек. Вот такое вот, видите, нам еще и Андрей тут информацию такую дал. Вот. Так, Пивко Стойкович, да, все, я вас увидел. Сейчас мы с вами свяжемся после трансляции. Обязательно с вами еще по... Ну, все, в общем, все сделаем, все решим. Сделать. О, 43 человека у нас на трансляции. Оказывается, попозже у нас люди начинают присоединяться к трансляции. Дэн, народ начинает присоединяться, когда раздача денег начинается. Да, наверное, да. Наверное, так и есть. Может быть, на следующий раз будем попозже трансляции проводить. Просто у меня завтра пятница, а мне в пятницу надо... Пораньше мне надо вставать, в 12 я уже должен дня встать, а у меня сейчас уже 4 час ночи, поэтому я вот, если мы в 4 бы запустили, Андрей, трансляцию, то я в 6 бы спать пошел, хотя, наверное, и так в 6 спать пойду. Вот. Так, ребят, кстати, не забывайте, на днях у нас будет конкурс, в котором можно будет зайти в Global Intergold с дисконтом, то есть человек, который выигрывает, он... получит себе дисконт. То есть тоже такой вот неплохой конкурс. Так что можно будет поучаствовать в нем. Также еще дополнительно на канале есть видео, где тоже идет розыгрыш токена Децентуриона. Можете там оставить просто свой там комментарий, участвую там. Или, ну, лучше, конечно, чтобы это соцсеть какая-то была, чтобы я смог потом выйти на связь с вами. Вот, один токен Децентуриона тоже разыгрывается. Кстати, мне буквально вчера, по-моему, человек написал, говорит, продаю токен Децентуриона $50. Ребят, вот так вот, не просто так, $50. А я недавно их продал вообще что-то дешево, но все равно полтора эфирчика вырулил за них, тоже неплохо. Вот, так что будем вот еще дополнительно вот такие вот бонусы внедрять. Ну и также еще там у нас одна группа с одноклассников.
вышла на связь и предложили провести такой же конкурс, вот как мы сейчас проводим, но ну, только надо будет вам подписаться еще дополнительно туда, в ту группу. Вот. То есть вот такие вот конкурсы у нас будут периодически проходить, угадать слово. И вот вчера тоже у нас конкурс был, также проводили и был победитель. Вот так, посмотрим, что у нас еще тут в комментариях, ребята. Так, я думаю, так, сейчас депозитарий банк, осуществляющий хранение ценных бумаг и финансовых активов. Та-да-дан, тан-дан, ага. Так, спасибо, очень приятно вас слушать. Жалко, что не услышала Жарикова Андрея раньше. Да, я вот, если честно, Ольга, тоже жалею, что раньше не услышал Андрея. Вот так вот. Так, как всегда, молодцы, с юмором, полезной информацией. Спасибо большое, Ольга. Так, я хотел послушать, опоздал, посмотрел запись. Выигрыш – это компенсация за то, что прямую трансляцию не посмотрел. Да. Так, их же по 1000 предлагали в начале. А, нет, это по 1000 предлагали токены, которые... там у них есть внутренний токен, на который просто паспорт можно получить, гражданство. Это первый токен. Сейчас вот у них цена там кто-то 50 долларов, кто-то там 40 предлагает, кто-то 60. Ну, я так думаю, что они и подрастут, наверное, может быть, и действительно будут и по 100 долларов стоить. Вот. А вот эти вот токены, которые на Криптономиксе можно покупать, это инвестиционные токены, они там... Ну, немножко другие, их можно продать на бирже и там, ну, дополнительные плюшки на них еще получать. Вот. Но я на эти токены не заходил, то есть я получаю, у меня именно такие классик, которые исключительно для того, чтобы ну, просто быть гражданином и могу, я могу приглашать других людей в Децентурион. Кстати, я вам, не знаю, показывал я, ну, кто, может быть, кто-то не видел. Вот такой вот паспорт мне пришел от Децентуриона. Кстати, недавно там было голосование, достаточно интересное. Первое голосование было. Выбирали, какой отель будут строить на том острове, который планируется Децентурион там купить. Вот, вот такие вот дела. Вот мой паспорт. Вот, не знаю, не пробовал я, конечно, с ним летать. Но, в принципе, не лишний, я думаю. Вообще, потому что идея мне очень понравилась. Ну, а вот то, что я являюсь прессой Децентуриона, средством массовой информации. Вот такая вот ксива тоже имеется. Вот, посмотрите видео, можете поучаствовать. Абсолютно бесплатно для вас будет. Но есть одно но, ребята. Если вы участвуете в конкурсе, вам ни в коем случае не надо сейчас регистрироваться. То есть вы зарегистрируетесь только в тот момент, когда вы победите. Если вы победите, я вам отправляю приглашение на почту. И потом, значит, вы у нас, ну, можете уже получить себе паспорт, там, заполнять будете после того, как у вас будет приглашение. Вот. Такие дела. Это обязательно, это очень важно. Так, пока не показывай его на улице. Да, Да, я хотел добавить вот чего, ребят. Ага. То есть смотрите, есть люди, которые очень сильно обожглись в инвестициях, вложили в квестру или в какой-то другой проект какие-то крупные суммы. И я знаю людей, которые, ну, для себя решили, что больше никогда и ни за что никуда не будут вкладывать. Ну, это каждый сам для себя решает. То есть, но если человек готов двигаться дальше, то есть, понимаете, мы как бы совершать ошибки это не грех. Мы вспомните, как мы учимся ходить, да, то есть любой из нас был маленьким ребенком. Вначале мы не умели ходить, вначале мы вставали и падали, может быть, шишки даже набивали, но постепенно, если А представьте, если ребенок, например, упал один раз, заплакал и сказал: «Все, я не буду больше ходить, это больно». Ну, глупо, правда? То есть, так же и здесь. То есть, если вы готовы двигаться дальше, то вот как раз на наших трансляциях мы и показываем вам готовую стратегию. И это готовая, эта стратегия, по сути, она уже проверено годами опыта. Я вам, ну, повторю мысль, да, что самые крупные и самые известные инвесторы в мире, они все применяют концепцию инвестиционного портфеля. То есть здесь не Андрей Жариков это придумал и не Дэн Инвест. То есть это уже применяется много лет, может быть, даже столетий. Вот и все. То есть мы просто показываем, как этот принцип применить на практике. Поэтому, если вы готовы двигаться в инвестициях дальше, вот мы вам показываем готовую,
рабочую схему, которую мы проверили на себе. И тоже важный момент, кстати, чтобы в инвестиционных компаниях, видите, важно отслеживать ситуацию, что там на самом деле происходит. Важно, чтобы вам честно говорили, не вешали очередную лапшу на уши, как кофевары, да? А именно честно говорили и, ну, настоящую ситуацию, как она есть, ничего не приукрашивая. Потому что, извините, если вам, как мне вон на моем канале в комментариях не один раз люди писали, что как же так, меня завели в квестру, то есть я сделал инвестицию, а уже потом я узнаю, что оказывается, а выплат-то нет, а я инвестицию уже сделал. То есть получается, меня обманули, мне сказали, что в компании все хорошо, все нормально, а выплат уже не было, понимаете? То есть и это происходит потому, что, ну, можно сказать, там лидеры так называемые, они, ну, мягко говоря, нечестно себя ведут. То есть они не говорят людям об истинной ситуации. То есть мы, опять же, преимущество инвестиционного портфеля, наш подход, он чем хорош? Что поскольку у нас не одна компания, а несколько, то есть ни я, ни Дэн, мы не заинтересованы, как бы, ну приукрашивать ситуацию и говорить, что... ну, делать вид, что все хорошо. Если начинаются проблемы там в какой-то компании, как вы знаете, в Альфа-Кэш начались проблемы, и я записал видео об этом, и Дэн записал видео, то есть мы сразу об этом говорим. Естественно, когда начинаются проблемы, в такие проекты не рекомендуем инвестировать. Поэтому вы можете быть уверены, что если мы сотрудничаем, да, то есть мы, во-первых, всегда говорим о рисках, мы всегда называем вещи своими именами, что хайпы – это хайпы, а не говорим, что это компания, которая 50 лет будет работать. Да? Вот. И плюс мы еще показываем рабочую стратегию, которую мы причем применяем сами, проверенная на себе. Да. Пипко Стойкович написал: «Вчера взял эфир по 172, сегодня он уже 207. Жалко, мало взял. Вот думаю, продавать или пусть лежит». Если честно, я взял, по-моему, в воскресенье было, наверное. Или, по-моему, я на выходных брал, я брал по 205, по-моему, или 204, что-то такое. Потом просел, я сидел тоже, жалел, думаю, блин, зачем я его взял. Да, ребята, не жалейте то, что взяли, уже и взяли. Зафиксируйте ту сумму, за которую вы его взяли, и все. Я взял его не для того, чтобы продавать сейчас по 300 даже. Я взял для того, чтобы продать его потом по 1000. То есть я взял на долгосрок. Вот ту зиму нас ждем, и то есть у нас, ну как некоторые говорят, что это либо может быть к Новому году, либо это может быть к весне. Ну вот я вот так вот я и взял. То есть, поэтому сейчас вот да, только он начинает... Да, ребят, вот кстати, еще добавлю. Плюс инвестиционного портфеля еще хорошо, когда вы делаете диверсификацию по компаниям, чтобы у вас деньги в разных компаниях работали. И плюс еще есть диверсификация по валютам. Например, у меня в одних компаниях деньги работают в долларах, в другой компании в евро, в третьей в биткоинах. У Дэна, вот я знаю, в компании Dominant Finance, у него инвестиции в эфире. Пожалуйста, можно опять же распределить и по компаниям денежки, и по разным валютам. Да. И это тоже здорово, потому что когда у вас, например, инвестиция одна в биткоинах, а другая в эфире, эфир упал, ну, биткоин вырос. Эфир вырос, биткоин упал, тоже хорошо. То есть, понимаете, когда у вас яйца по разным корзинам, спокойнее себя чувствуешь. Да, да, я согласен. И вот даже вчера там, ну, кто-то задавал вопрос, типа, а вот в эфире или в биткоине. Ну, ребят, здесь вы уже сами решайте. Но я подхожу так. Вот, ну, биткоин, конечно, он понадежнее. В плане, то есть, допустим, эфир, вот он сейчас показывает такую динамику прям то вниз, то вверх. То есть, у него волатильность очень сильная. И то есть, если у вас, допустим, какие-то средства, которые вы хотели, ну, то есть, хотели бы там, допустим, на протяжении, там, не знаю, недели там как-то ими воспользоваться, то есть, да, там, вам надо, и вы там, оп, на, то есть, воспользоваться этими деньгами, то, наверное, лучше тогда в биткоине, он как-то более надежен. А если вот именно хотите, чтобы какой-то тузы-мун там поймать, то, наверное, лучше, наверное, все-таки в эфире, потому что, ну, смотрите, даже, допустим, сейчас у нас биток там 6300, поднимется он, допустим, до 12, да, это будет, ну, 100% прибыли, да,
А если биток поднимется до 112, до 12, то эфир-то, наверное, со своих 170, наверное, стрельнет уже к штуке, а это уже будет 5 иксов. То есть, если вот по заработку, я считаю, что лучше, наверное, как бы вот хранить с перспективой, с такой долгосрочной, то, наверное, так. А хотя, конечно, надо диверсифицировать, то есть и в биткоинах что-то держать и так. Вот, ну, у меня вот, я как сделал, у меня деньги с Ютуба мне приходят на банковскую, ну, на банковский счет, я специально долларовый открыл. И потом смотрю, думаю, на что они у меня лежат? А я тут ничего не вводил, то есть ничем не пользовался. Ну и что-то у меня там накопилось, я думаю, ну-ка куплю-ка я себе эфира, смотрю, он просел. Ну вот я себе взял, и в принципе я не жалею. То есть, корянцы, либо они там лежат, либо когда эфир у нас вырастет, там, не знаю, да хотя бы до 1000, да, то я потом, соответственно, уже в деньгах, ну, очень хорошо увеличусь. Так что такое вот, вот так вот я делаю. То есть теми деньгами, которые, в принципе, просто лежат. То есть их можно вот так. А если эти деньги вам все-таки нужны, тогда, ну, наверное, я не знаю, тогда, может быть, маленькую часть какую-то можно только там в крипту. Остальное держите все на карте, может. Ну, как-то вот смотрите сами, кому как удобней. Вот. Так что такие вот у нас дела, ребятки. Вот, кстати, не забывайте, у нас еще есть чат по Ютубу. То есть, если вы хотите там как-то на Ютубе продвигаться, как блогер, может еще, да, что-то. Добавляйтесь туда, заходите там в Global Intergold, там под Андрея можете зайти, зарегистрироваться. Там у нас Алексей сейчас новому подключился. Также еще Дмитрий у нас подключился сейчас с Альфа-Кэш, который вот был. Он, кстати, у нас выиграл как раз-таки дисконт 50 евро. Ну, в общем, ребят, подключайте, заходите, будем вместе какое-то такое сообщество раскачивать, развивать это все дело и зарабатывать. Вот так вот. Так, не вкладывайте в один только зефир. Тут тоже лучше делить на несколько разных монет. Да, ну да, вот об этом мы и говорили, что с Андреем. Ну и дополнительно мы взяли НКШ, я взял себе. Foxinbox там рекомендовал. Ну, я там не намного взял, на 20 или на 30 долларов. Ну, а что, пусть будет. Плюс по Ripple там, по-моему, тоже немножко там. Ну, там совсем чуть-чуть взял. Говорят, что может вырасти. Ну, в общем, так, как и в проектах. То есть, есть компании у меня, есть хайпы высокодоходные, есть низкодоходные. Сейчас вот думаю, еще может быть что-нибудь более доходное такое, где можно на кружок на 2 зайти. Сейчас вот CoinVoos этот стартанул, но я что-то не пошел туда, что-то отзывы почитал на моем ГП, мне что-то не понравились, я поэтому не пошел туда. Хотя сейчас смотрю, активно туда приглашают, так что приток там в принципе идет. Но опять же, сейчас если начнут туда по 23 тысяч долларов заводить, то, наверное, опасно будет. В любой момент может и захлопнуться все это дело. Вот, что-нибудь свеженькое будем искать. Вот что-нибудь мне понравился NeuroBrain. Понравился, но так как крипта очень сильно просела, то нагрузка, следовательно... Ну и опасненько, опасненько. Вот если бы он в долларах был бы, вообще нормально было бы. Зашли, увеличились, вышли. Вот тогда было бы, наверное, неплохо. Потому что такой нагрузки бы не было бы, как сейчас. А так вот, сам такой вот проект, вот что-нибудь такое бы, я бы хотел бы свеженькой зайти, конечно. Но пока такого ничего нету. Как будет, обязательно запишем ролики. Вот. Андрей, есть что-нибудь еще сказать? Да нет, пора уже заканчивать. Спасибо всем, кто зашел на трансляцию. Вот, кто не успел, можете в записи посмотреть. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто участвовали в конкурсе, смотрели, комментировали, общались. Подписывайтесь обязательно на канал. Оставляйте комментарии, ставьте палец вверх-вниз, пишите в личку, во все наши чаты добавляйтесь. Ну и не забывайте, у нас есть предложение для тех, у кого есть активная жизненная позиция. Кто? То есть вот мы с Андреем сегодня, в принципе, об этом рассказали, о нашем предложении. Так что имейте в виду, включайтесь. Все наши контакты находятся внизу, там в чатах все есть. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. С вами были Дэн Инвест и Андрей Жариков. И сетевите и стройте сети. Пока-пока. Пока-пока.